4 ночью плюс 12. В Екатеринбурге плюс 29 днем, плюс 17 ночью. Днем в Волгограде небольшой дождь, плюс 32, плюс 20. А в Севастополе дождь с грозой. Днем плюс 28, ночью плюс 21. И в Петербурге дожди и, возможно, гроза. Плюс 29, плюс 21. А в Москве тепло и без осадков. Плюс 32 днем, плюс 20 ночью. Это была погода на ТНТ. Пока-пока. Исполнение надежное, проверено.